Политический тяжеловес, бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ Роберт Гейтс признал, что курс, который взяла Америка в отношении России, был и остается ошибочным. Я считаю, что мы долгое время недооценивали, насколько униженными чувствовали себя русские после распада Советского Союза. Как Запад пытался поучать русских, управлять их экономикой и международными отношениями, они глубоко на это обижены. Так что я думаю, то, что мы сейчас видим, Путин вновь заявляет о месте России как супердержавы, силы, с которой придется считаться всему миру. Неужели Россия вновь представляет самую большую угрозу Америке? Спросили журналисты CBS. Величайшая угроза национальной безопасности США, ответил Гейтс, это 2 квадратные мили, на которых стоит Капитолий и Белый дом. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Вести из Вашингтона.